маме, что хочешь сказать? Простите меня, что я сюда приехал. Что такое сказать украинскому народу? Что я перед ним виноват, что я не хотел на эту войну ехать. Путин кто? Пидорас. Кто? Пидорас. Слава Украине. Героям. Слава. Нам сказали, что... Что ты маме своей скажешь? Жена есть? Есть. Жене что-нибудь скажи, увидит. Что я очень ее сильно люблю. Пускай дети она есть? Мне простит за то, что я... Дети скажу. Есть? Есть. Правительству что Путину скажешь? Гандону, нахуй. Путин кто? Гандон. Хуйло? Да. Что ты робишь на Украине? Расскажи, блядь, своей девушке. Расскажи, блядь, не мовчи, блядь, расскажи ей, блядь, что тут робиться, что вы расшествие робите тут, блядь, с нашим украинским народом, блядь. Скажи, скажи своим родственникам, что здесь на самом деле происходит. Рассказывай, блядь, чтобы она знала, понимала. Говори, что здесь на самом деле происходит. Нас взяли в плен, с нами обращаются очень хорошо. Мы это почули, блядь. Что было, что вы тут делаете, расскажи девушке, что вы тут делаете, блядь. Осуществляли охрану. Кого охрану? Вы мучите наших детей и наших матерей, и нас в том числе. Что вы хотите сказать своим женкам, детям, матерям в России? Бандеровцы есть тут? Нету. Против кого воюет российская армия? Против народа. Якого? Мирного? Мирного. Им тут есть что делать в российской армии? Нет. Что, кого вы тут вызволяете? Никого. Что ты хочешь своей женке сказать? Ничего. И детям? Вона до них дойде, говорить. Нічого не скажу. Та колегам сослужив. Путін хто? Путін хвила. Що ти хочеш сказати матері, дружині? Матері? Да. Що я люблю дуже сильно. Сім'я є? Жена, діти? Є. Скажи, вони так побачать. Ти будеш живий, не переживай. Тебе ніхто не кроме більше. Не переживайте. Со мной все нормально. Путин хуйло. Громче! Путин хуйло. Слава Украине! Скажи, слава Украине! Слава Украине! Смерть России! Смерть России!